Тем временем в Западно-Казахстанской области 89 школ требуют капитального ремонта. Об этом сообщают в областном управлении образования. На ремонт 15 объектов средства выделены из республиканского бюджета. О средствах, выделяемых на ремонт остальных объектов образования, отделы и управление образования сведений не дает. Наши корреспонденты продолжат тему. Как сообщили в областном управлении образования, ремонт школ в районах проводится в рамках программы АОЛ ЕЛБСГ. В рамках этой программы из республиканского бюджета выделены средства на ремонт школ в Теректинском, Кастауском, Букиординском районе, а также в Чингирлаусском, Таскалинском районе и районе Байтерек. В рамках программы АОЛ ЕЛБСГ выделены средства в размере 2,2 миллиарда тенге на 9 объектов. В том числе на завершение капитального ремонта трех школ начатого года. В 2001 году выделены средства в размере 786 миллионов тенге. И на 6 объектов образования выделено 1,5 миллиарда тенге. Из них 5 школ в 1 дополнительное образование. Также в капитальном ремонте нуждается ряд школ, функционирующих в областном центре. К примеру, в 32-й среднеобразовательной школе Уральска капитальный ремонт не проводился со дня ее постройки, с 1972 года. Это уже порядка 50 лет. В здании старые окна, протекает крыша, в аварийном состоянии спортивный зал. Сейчас на ремонт школы уже разработана проектно-сметная документация. Осталось дождаться выделения средств из бюджета. Школа требует ремонта капитального. У нас старые окна, холодно бывает в школе, из-за этого тепло уходит. Спортзал у нас в аварийном состоянии, тоже хотелось бы отремонтировать. Площадки не соответствуют. Покрытие нам нужно мягкое. Как сообщили в городском отделе образования, аварийных школ в городе на сегодняшний день нет. Но, к сожалению, есть те образовательные учреждения, в отношении которых работы затянулись на долгий срок. По таким объектам отдел и управление образования ничего не комментируют. Марина Горбук, Нуруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.